17 апреля в Каспийске прошла комиссия по выявлению для дальнейшей замены ветхих электрических сетей на планируемых благоустройствах дворовых и общественных территориях за 2024 год. Отметим, что данные рейды проводятся с целью реализации приоритетного проекта – формирования современной городской среды. У нас определены 5 дворовых территорий, и подрядчик, тот, который выполняет эти работы, уже начал с 1 апреля начал свою работу. Начали демонтаж старых конструкций. Провели обновление зеленых насаждений, все старые и ветхие насаждения были вырублены, спилены, демонтированы бордюры, детские площадки, то есть работа проводится. Сегодня делегация ЖКХ совместно с ресурсоснабжающими организациями провели комиссионный выезд по всем выбранным дворам. А именно, аллея по улице Стайского от автостанции до улицы Халилова, аллея по улице Женькидзе от улицы Назарова до улицы Байрамова, сквер по улице Октябрьская, 76, дворовые территории улицы Кирова, 64, 66, 68, а также улицы Лешенко, 5 и 7. Улица Орджоникидзе, 18, Ленина, 11, Ленина, 17, Ленина, 29 и 31. Начальник управления ЖКХ Мурат Аликберов подчеркнул основные цели проведения данных выездов. В целях определения ветхих систем коммунальных и замены их, прежде чем начать уже полностью благоустраивать эти дворовые территории. И соответственно, собрались вот с жильцами, слушаем их пожелания и предпочтения. В рейдовых мероприятиях также приняли участие представители Общественной палаты муниципалитета.